Проведение массовых мероприятий в стране регламентировано законом о массовых мероприятиях в Республике Беларусь. Для проведения массового мероприятия необходимо получение заблаговременно, получение разрешения местного исполнительного органа, и массовое мероприятие проводится вместе установленным местным исполнительным органом. Проведение массовых мероприятий без разрешения, или, как принято говорить, несанкционированного массового мероприятия, они запрещены. И законодательством предусмотрена ответственность за нарушение именно закона о массовых мероприятиях. Это статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Данная статья предусматривает ответственность как за разовое участие в несанкционированном массовом мероприятии, так и за повторное. По первой части, это за участие в несанкционированном массовом мероприятии, предусмотрена ответственность в виде предупреждения, административного штрафа, либо административного ареста. За повторное участие законодатель уже ужесточил ответственность, которая предусматривает административный штраф до 50 базовых величин, либо административный арест. Также люди заблуждаются в том, что выход на проезжую часть и блокирование транспортных коммуникаций – это всего лишь детская шалость. За данный вид правонарушения предусмотрена ответственность как Кодексом об административных правонарушениях, так уже и Уголовным кодексом. То есть, если по административному правонарушению предусмотрены санкции намного меньше, то по Уголовному кодексу за блокирование транспортных коммуникаций предусмотрено наказание в виде даже лишения свободы. Как правило, при участии в несанкционированных массовых мероприятий люди, не понимая, либо умышленно оказывают неповиновение сотруднику милиции, который, разъясняя закон, а потом он обязан пресечь правонарушение. Люди начинают выражать свое недовольство, тем самым выражать неповиновение сотруднику милиции. Ответственность предусмотрена по Кодексу об административных правонарушениях, который также административный штраф или административный арест. Ну, либо же действия, сопряженные с насилием в отношении сотрудника милиции, они уже будут караться по Уголовному кодексу Республики Беларусь. Если люди опасаются, что будут втянуты в какие-то неправомерные действия, то желательно обойти стороной места проведения несанкционированных массовых мероприятий. Если же, ну, по какой-то случайности вы оказались рядом, всегда можно подойти к сотруднику милиции, сообщить, назвать себя, сообщить, что и как, где вы, что, почему вы здесь находитесь. И сотрудник милиции всегда вежливо и четко расскажет, в каком направлении вам нужно двигаться во избежание каких-либо конфликтных ситуаций. Еще не было такого, чтобы сотрудники правоохранительных органов не шли на какой-либо контакт, если это проводится в рамках закона. В каждом конкретном случае, даже если подошел сотрудник милиции и пригласил пройти в служебный автомобиль, необходимо выполнить требования сотрудника милиции, изложить свою позицию, как что было. В дальнейшем, если человек не согласен с выводами и действиями сотрудников милиции, или же, если уже было вынесено судебное постановление суда, он вправе обжаловать в установленном законом порядке. Либо же это постановление по делу об административном правонарушении, либо же действия сотрудника милиции при ведении административного процесса. Вправе обжаловать. И в каждом конкретном случае прокурор будет разбираться по каждому конкретному случаю с учетом конкретных обстоятельств. Такие жалобы у нас были. Вот и в каждом конкретном случае мы разбираемся индивидуально. Поэтому говорить о том, что он нечаянно человек попал куда-то, закон есть закон, справедливость будет восстановлена. Законодательством предусмотрена ответственность за подачу звукового сигнала вне необходимости. Административная ответственность наступает за подачу звукового сигнала, если это не вызвано дорожной ситуацией. В двух случаях. Это первое, это если оно не повлекло создание аварийной ситуации, административный штраф. Если же это повлекло создание аварийной ситуации,
то законодательством предусмотрена ответственность в виде административного штрафа и с лишением права управления транспортных средств, либо без лишения права управления транспортными средствами. Поэтому при проведении несанкционированных массовых мероприятий хотелось бы предостеречь водителей от необдуманных поступков, потому что реакция у тех же других участников движения может быть не совсем соответствует тому, что человек намеревался сделать, и любое действие может привести к аварийной ситуации. И тогда ответственность наступает уже более жестче, чем просто за подачу звукового сигнала. Правонарушения фиксируются сотрудниками ГАИ. Сотрудники ГАИ снабжены всеми средствами видео-аудиосъемки, поэтому доказательная база здесь представлена в полном объеме. Вот. Следует, естественно, будут учитываться конкретные обстоятельства каждого дела, учитываться пояснения человека, с какой целью он осуществлял сигнал автомобиля. Соответственно, будет приниматься решение о принятии мер воздействия за незаконную подачу звукового сигнала. Могу только еще сказать немаловажный аспект, это что касается проведения забастовок. Вот этот вопрос, он как бы так более серьезен. Забастовка по трудовому законодательству, согласно Трудового кодекса, она может осуществляться в целях преследования разрешения трудовых споров. Проведение забастовки на предприятии, при которой преследуют политические либо иные цели, кроме трудовых, является незаконной и признается таковой по решению суда по иску нанимателя или прокурора. Но работники, которые участвуют в незаконной забастовке, заблуждаются тем, что просто признали забастовку незаконным, и на этом все закончилось. Расходы, убытки, которые понесло предприятие в результате незаконной забастовки, взыскиваются с участников забастовки по иску нанимателя или прокурора. Поэтому все, что предприятие потеряло незаконно, оно будет возмещено.